День добрый, добро пожаловать, с вами я, Хаг, и вы смотрите YouTube канал Let's Play по-русски. И в этом видео мы играем в Magic the Gathering 2013, а точно играем в челлендж уровни. Я сразу же после того, как записал обзоры первую часть прохождения, сел и поиграю в них, а уже потом мы возьмемся за большого героя, и я почитаю ваши комментарии, конечно же, среагирую на них. Но пока что, если я не среагировал на то, что вы мне написали в прошлом видео, не обижайтесь, не удивляйтесь, да. Я еще не знаю этого, это все еще в будущем. Так, хорошо, давайте тогда пойдем в Encounter. Здесь, в Encounter, мы тренируемся, скажем так, реагировать на ту или иную стратегию. Здесь всегда у врага будет один и тот же ритм, одни и те же карты, одни и те же ходы. И мы, запоминая, что он делает, если не прошли в первый раз, нужно запомнить, что он делал сейчас, и пытаемся его победить. И давайте я поиграю вот этим деком. По-моему, один из деков мне дали полностью, сразу же открыли, потому что я предзаказал игру. Без понятия, какой из них. Скорее всего, вот этот. Давайте просто посмотрим его. Да, видите, так как здесь вот всего, не все карты открыты, а здесь сразу же 30 карт открыто. Ну, просто интересно. Давайте нажмем так, начать дуэль. И пройдем, посмотрим, что здесь будет. Так, продолжить. Хорошо. А то есть у нас земли. Три карты земель. Монстр, хорошо. Это у нас лайфлинг. Хорошо. Так. Ага. Это магическая карта, которая дает нам 3 жизни, когда мы вызываем на поле боя какого-то специального монстра. Страйдера. Так, а это нам что? Ага, мы уничтожаем магию или улучшение какого-то врага, и нам это дает 4 жизни. Давайте, мне нравится эта рука. Походим, наш первый ход, это, конечно же, всегда земля. Первый ход, ничего не можем сделать пока что. Так, хорошо. Так, враг наш использует тоже что-то такое хитрое. И мы сейчас деремся против такой жестокой совы. Ага. А летающий враг, конечно же, мы можем отбиваться от летающего врага только летающими врагами. Так, хорошо. Еще одна земля. И давайте. Так, кто у нас? Давайте посмотрим, потому что у этого монстра. Ага. У этого монстра какая-то специальная возможность лайфлинг. Я пока что ее не знаю. Давайте посмотрим, что она делает. Так, лайфлинг. Вот было бы интересно, если бы они давали туториал, когда я нажимал бы на лайфлинг. Это было бы намного приятнее. Сейчас посмотрим, объяснит ли мне игра попозже. Так, хорошо, понятно. Дальше. Он, скорее всего, сейчас ударит меня своим, да, монстром. Ну, всего лишь один поинт урона будет. Это немного, это не страшно. Пускай балуется. Самое главное, чтобы он сейчас не навызывал каких-нибудь таких страшных монстров. Так, понятно. Еще один летающий враг. Хорошо. Следующий ход. Конечно же, ставим одну из земель. Так, что это у нас? О, мы можем околдовать нашего зверя, чтобы у него было плюс 3 здоровья и плюс 3 нападения, что очень хорошо, по идее. Давайте вызовем монстра. Так, ну у нас, правда, на эту магию пока что недостаточно или нету просто. Так, хорошо, давайте нападем. Так, нету достаточно маны. Хорошо, атакуем. Он нас не может заблокировать, потому что у него все монстры только летающие. Хорошо. Отлично. 2 урона. И... То есть, скорее всего, лайфлинг это у нас то количество урона, которое мы наносим врагу, приходит, возвращается к нам как здоровье. А то есть у меня было 19 здоровья, я нанес 2 поинта врагу.
И 2 поинта мне прибавилось. У меня теперь 21 здоровья. Хорошо, приятно, интересно. Я скорее всего, улучшу этого монстра. И тогда он будет очень-очень сильно бить и хорошо меня лечить. Так, у меня... Так, это магия. Давайте, эта магия, она будет... так, хорошо. Плюс 3 здоровья. И монстр, который 3-3. Хорошо. Так, отлично. Нападем на врага, так как у нас... Так, атакуем. Как раз это у нас что? Так, плюс 1, плюс 1. Whenever you gain life, you may put a... Ага, то есть когда мы вылечиваем или отлечиваем здоровье, или как-то получаем здоровье, у этого монстра, у него 3-3, то есть нападение и защита 3, у него получается, что плюс 1 эффект, и теперь мы наносим намного больше. Так, урона. Хорошо. О, опять же, нанесли 2 урона, получили плюс 2. Приятно, очень приятно. И за то, что мы отличились, теперь у этого монстра 5 и 5. Очень-очень мощная вещь. Ну, я думаю, что мы выиграем. Это будет у нас 26, у бедняги 12. И даже если мне нечем отбиваться, мне не страшно. Я постоянно, по идее, отлечиваюсь. Я постоянно считайте, контролирую ситуацию. И это, ну, то есть... Может быть, что вот этот вот дек, который мне дали за предзаказ, немножко мощный, по крайней мере, для того уровня сложности, на котором я играю. Так, хорошо, понятно, понятно. У него куча-куча летающих тварей. Нам не страшен серый волк. Хорошо, так, еще одну карту. Это что у нас такое? Ага, и вот это вот летающий монстр у нас, плюс у него лайфлинг. А то есть, опять же, то количество урона, которое мы наносим врагу, мы наносим, мы отлечиваем себе. И давайте тогда нападем всеми своими монстрами, так, на врага. А вот этим вот монстром мы заблокируем одну из атак сов. Совы, вы что? Решили кончить жизнь самоубийством? Ну что ж, да, ну, дело ваше. Хорошо, так уж и быть. Так, плюс 2, я полечился. У этого монстра, по идее, сейчас должно быть 6 нападения. О, да, 6 нападения, это жестоко. Так, и сейчас мы заблокируем этим, не врагом, а монстром нашим, одного из врагов, одну из сов. И видите, у меня, хотя моя карта все еще находится в пассивном, то есть у нее все еще эта болезнь, которую я получаю, выкладывая карту на стол, но хотя это есть, эта болезнь, она нам не предотвращает блок, то есть мы все еще можем блокировать, мы просто не можем атаковать. Так, хорошо, так. Мощный. По-моему, здесь мы и закончим игру. Но, давайте просто вот на этого монстра. Плюс 3. Так, 5-7. Да. По-моему, сейчас все этим и закончится. Хорошо, атакуем. Атак! Приятно. И у меня такое впечатление, что нужно приподнять сложность игры. Просто потому, что оно слишком легко получается. И, по идее, здесь проходить дальше. Конечно же, вы будете получать какие-то кусочки сюжета. Но в основном интерес в том, чтобы решить загадку, решить пазл. А то есть то, как победить врага, это всегда пазл такой. И это неинтересно, когда это слишком легко. Я думаю, что мы, скорее всего, перейдем на среднюю сложность. Посмотрим на следующем челлендже, попробуем среднюю сложность. Так, хорошо. Он от нас отбился. Бывает же. Но у него больше нету монстров. А у нас нечем блокировать, потому что... Ага. У нас 33 здоровья. Как говорится, не смешите меня. Так, хорошо. Ну и, конечно же, может быть, просто что у меня дисбаланс из-за того, что супер мощные карты открыты уже сразу же из-за этого дека. Так, давайте всеми атакуем. Так, атак. Ну, давай, спасайся. Ага,
все. Но ничего ему не поможет. У меня уже даже, по-моему, на 2 больше я нанесу ему урона, чем у него есть. Да, восьмерочку он мне заблокировал. Но, да, минус 2 здоровья. Это более чем достаточно. О, ачивменты. И у нас наконец-то появились картиночки, что приятно. О, новый аватар. Так, ачивмент. И еще один ачивмент. Понятно, хорошо. Давайте вернемся на лестницу. Красиво. Очень-очень красивые рисунки в игре. Это обалденно. И в следующем эпизоде мы уже пройдем следующий челлендж. Я подниму урон. Мы используем другой дек, чтобы было интереснее. И продолжим играть в Magic the Gathering. И я говорю вам большое-большое спасибо за внимание. И мы увидимся в следующем видео.